приступили к заливке перекрытия шестого этажа. Строительство 98-квартирного дома в поселке Пионерский Елизовского района продолжается. Застройщик не снижает темпов. В новом доме будут продаваться квартиры в рамках программ «Дальневосточная ипотека», «Сельская ипотека», а также других ипотечных продуктов. Срок окончания работы ввода дома в эксплуатацию это по застройщикам намечено на 2022 год. Мы пристально следим и оказываем содействие застройщику. Он выступает у нас неким маркером, то есть он в текущих сложных условиях и рост, как роста стоимости материалов, так и других проблем. То, что застройщики продолжают работать и не снижать темпы ввода жилья, это главный показатель о том, что экономика в действительности работает, несмотря на разные заявления. Наглядно у нас именно строительство жилья – это самый главный индикатор, самый главный принцип о том, что экономика работает и строительство ведется. Строящийся дом четвертого поколения. Он рассчитан на высокую сейсмическую активность и защиту от атмосферных воздействий. Площадь застройки составит более 1500 квадратных метров. Общая площадь территории почти 11000 квадратных метров. На первом этаже 150 квадратных метров отдадут для офиса администрации, который сейчас находится в аварийном состоянии. Также там разместят стоматологический кабинет, необходимый жителям поселка, почту и другие социальные объекты. Проект предполагает также строительство паркинга, детских игровых зон и спортивных площадок.